Фестиваль проводит Общероссийская малая академия наук «Интеллект будущего» в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». В нем участвуют одаренные дети со всей России и ближнего зарубежья – поэты, писатели, солисты, музыканты, певцы и танцоры. В программе конкурсные выступления юных талантов, танцевальные и интеллектуально-творческие марафоны. Фестиваль этот, наш конкурс, он не очень большой, но он очень образованный. Это будущие наши доктора наук. Кандидаты наук сегодня здесь. Это элита образования будет и науки, потому что потрясающие, конечно, работы у них. Фестиваль «Музыка моря» – праздник эстрадной, народной и национальной культуры. Фейерверк, разнообразие цветов и фасонов костюмов, микс радости и новых знакомств, а самое главное – духовное обогащение и обретение новых культурных ценностей.